Андрея Соу. Всем привет, вы на канале Андрея Соу. Всем привет-привет! И сегодня я для тебя, Андреас, приготовила две коробочки с сюрпризами. Посмотри, что на них написано. Сюрприз! Что это значит? Сюрприз! А ты знаешь, как по-немецки будет слово сюрприз? Не знаю. Überraschung. Открываем же коробочки. Открываем. Что там внутри? Бакуган. Бакуган. Скорее его доставай. Покажи скорее его. Это Бакуган Гилятор Ультра. Открывай другую коробочку. Что там внутри? Бакуган. Доставай его. И он называется Треторис Ультра. Открываем бакуганов? Открываем! Они, наверное, сильные, ведь они ультра. Бакуганы Armored Альянс, бронированный альянс, Треторис Ультра и Гилятор Ультра. Открываем! Карты персонажа. Сколько приносит этот Треторис? 600. 600, да, покажи его. Вот такой вот Бакуган. Треторис Ультра 600 Б силы и 3 кулачка. Открывай другого Бакугана. Открываю. Он подпрыгивает и трансформируется. И вот второй Бакуган Гилятор Ультра. Он приносит 400 Б силы и 6 кулачков. Также 2 Бакугоры. И у нас появилось 2 магнитных карты. Понравились тебе бакуганы? Понравились. О, может устроим битву? Битву на бакуган-арене? Да. Хорошо, сыграем новыми бакуганами. Только у меня такой ультра. Он легко собирается, значит он не ультра. Он ультра, просто он собирается легко. Ты возьмешь его? Да. Тогда я буду играть новеньким Гилятор Ультра. Ну что, Андреас, готов к битве? Готов. И приступаем. Кого ты себе возьмешь команду? Треторуса. Я Гилятора. Вот все карты персонажей. Выбирай. Титан Драгоноида. Титан Драгоноид. Вот он. И еще кого? Баргетова. И Баргетова. Я возьму, тоже у нас тут сильный, наверное, Пегатрикс 500 приносит. Нет, 600 он приносит. 400. Возьму Туртониум. Карта персонажа. Только немало приносит. 500. Конечно, ты самых сильных бакуганов взял.
Ну ничего, ничего. Я схвачу самые сильные покуры. И вот, ребята, в моей команде Гелята Ультра, Пегатрикс и Туртониум. А у меня Балбетуа, Титан Драгонит и новый попуган Тритониум Ультра. Расставляем бакукоры. Расставляем. Кто первый? Я. Я поставлю сюда. Поле битвы готово. Итак, первый раунд. Два, один, в бой. Ура! Оба бакугана раскрылись. У меня на карточке 400. И мой бакуган схватил всего лишь 2 кулачка. А твой? А у меня 150 и 700. В первом раунде выиграл ты, Андреас. И второй раунд. Пегатрикс, не подведи меня! Титан Драгоноид, не подведи меня! А мы с тобой бакукоры не поставили обратно? А я поставил. Поставил? Молодец! Не забываем их поставить. Готовим поле. И... 3, 2, 1, бой! И ты столкнул моего бакугана! Так, а я... Сколько ты схватил? 600 и 700. Ну ты снова выиграл. 2-1. Может быть, хотя бы в третьем раунде я отыграюсь. Туртониуму не подведи. Туртониуму не подведи. 3, 2, 1. Бой! Ну что же это такое? И ты выигрываешь и выигрываешь. Ура, ура! И мой 150. 600. Сколько это будет? 750. Но это не важно, можно даже очки не считать. Все твои 3 бакугана раскрылись. Ура, ура! Но ты выиграл. Да. Так, Андреас, нечестно. Его бакуганы были самые сильные. Ничего, ничего. И у меня будут сильные бакуганы. Ребята, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал Андреас. Все, всем пока-пока.